Все преимущества использования интернет-портала «Госуслуги» изучат студенты и школьники нашего района. Сотрудники отдела МВД проводят практические занятия для молодежи, чтобы повысить популярность электронного оформления документов. О первом таком занятии, которое прошло в Белореченском индустриально-технологическом техникуме, расскажем в постоянной рубрике «По оперативным сводкам». Начальником отдела УВД по Белореченскому району назначен подполковник полиции Евгений Сивицкий. Нового руководителя представил личному составу, ветеранам органов внутренних дел, а также общественному совету при отделе, представителям органов муниципальной власти, заместитель начальника Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, генерал-майор внутренней службы Виталий Наумейко. До назначения в Белореченский район Евгений Сергеевич Сивицкий занимал должность начальника отдела МВД по Тбилисскому району.